Не просто думали о грязи, а сделали так, чтобы в Байкале ее не было. Вот такие очистные станции появились на Ольхоне. Они защитят озеро от хозяйственно-бытовых стоков. После нескольких ступеней очистки в грунт попадет уже обычная вода. Впрочем, до абсолютной чистоты Байкала пока, увы, далеко. Почему, нам рассказал наш народный корреспондент, который отдыхал на берегах озера. Отдыхали на Малом море за бухтой. Так вот, дикаренные. В Тагуте есть мусорные контейнеры. Там частная бухта. А следующая бухта там отсутствует. И за 6 дней, которые мусор накопился, вывезли. По дороге нигде мусорных контейнеров не было. Раньше стояли, вот теперь там вывеска. Мусорить вокруг Байкала запрещено. И практически до косой степи доехали, так ни одного мусорного бака не обнаружили.